есть камера, может, чтобы потом не загораживать, я слышу. Красном трико на ковре С. Магомед Абдурахманов. Санкт-Петербург. Училище Олимпийского резерва номер 2 города Санкт-Петербурга. Тренируется под руководством Александра Чураева. Мастер спорта России. Борец синим трико. Джалаладдин Хайбулаев, Республика Дагестан. Город Хасавюрт. Спортивный клуб «Триумф». Первый тренер Рамазан Исаев в настоящее время тренируется под руководством Абдуллы Исаева. Пойдет, да, хорош. Я понял, это видно, это было на центре. На ковре А. 1/16 финала весовая категория 57 килограммов. Красном трико.